Сегодня день рождения создателя органов госбезопасности нашей страны Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. В этот день исполнилось бы 142 года. В честь этого в центре Красноярска прошел памятный митинг. Цветы к бюсту Железного Феликса возложили действующие сотрудники ФСБ и ветераны ведомства. Именно он был создателем в 1917 году Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, от которой и берут начало современные спецслужбы России. Кроме того, Дзержинский работал и на других руководящих постах Советской Республики. К 2020 году практически на территории молодой страны была побеждена беспризорность. Если бы не усилия Феликса Эдмундовича на посту председателя наркома железных дорог, то не исключено, что мы бы сейчас еще были без тех самых железных дорог. И еще очень много направлений своей деятельности он возглавлял. И везде он отдавался целиком, полностью.